Чё уж там. Хранить-то ее. Да тоже не нужно. Ну и все, давайте отправим его в город. Танчить теперь некому. Придется вызывать мины гораздо чаще, чем я это до этого делал. У нас 2 минуты. У нас 2 минуты на скамейке штрафников. Поэтому придется как-то выживать. Ну, мины нам помогают. О, еще один сундучок. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знал бы я, не отправил бы сейчас собаку. Тем более, что ее полупустой в город-то отправлять лишний раз. Ладно, мины сейчас разберутся. Мины сейчас разберутся, я сказал. Так оно и есть. Как я мог усомниться в их мощи. Это сейчас торнадо нам будет посылать. Так как сколько? Их можно наплодить, что ли, дофигища? Их действительно, по-моему, можно дофигища наплодить. Нифига ж себе. Да, в какое-то время они будут жить. Ну а так будут. Не, блин, это вообще какое-то имбовое оружие, слушайте. Наплодил сколько хочешь мин. Пошел в атаку. Представляете, у них же, наверное, с повышением уровня количества будет повышаться призванных мин. Сразу там по 5 штук вот так вот 3 раза сделать перед босярой, и все, ему трындец натурально наступает. Все, еще один сундук, мы до него добрались, какую-то фиолетовую шмотку нашли, еще пару зеленых, точно одну зеленую, может быть и пару. Все закутки здесь исследовали вроде бы, да? Ну, конечно, не все закупки, но, в принципе, все исследовали. Сразу же кидаем мины, потому что нас тут замедляют. Фига с 2 убежишь. Ну и сплэшем прикончили. Даже не 3 мины, а 2 справились. Сплэшанули сразу 2 противников, те сдохли. А может, сами при виде всего этого ужаса решили сдохнуть. Может, они осознали всю убогость своего существования в этом мире. Решили покончить самоубийством. Так, ладно, все, теперь идем на 2 уровень. Готовимся к схватке с боссом. Не забываем про нашего бота. Не забываем его вызвать. Может быть, зомбарей будем вызывать еще. Но я что-то не понимаю, как они действуют. То ли они рассыпаются с полудара, то ли они действуют как камикадзе. Беллинги-зомби. Так, блин, вот если босс так будет меня замедлять, то я труп. Я даже не смогу его атаковать тогда своей пушкой, потому что раз в полчаса она стреляет под эффектом замедления, замораживания, как хотите называйте. Смысл не меняется. Так, все, отлично, дальше. Блин, красивые локации, красивые локации, офигенски просто красивые. Я просто удивляюсь каждый раз, когда вижу новую пещеру. Все они разные, причем еще. Дофигища всяких разных локаций, все они разные. Это вам не Диабло. Где копия на копии. Ксенос стайл такой, знаете. Весь уровень копипаст называется. Вот. Я думал, только украинцы на такое способны, а нифига подобного. Близзарды тоже. Окей. Все, спускаемся, больше противников не осталось, только этот маленький слизень, который стал большим, смеет нам как-то сопротивление оказывать. Ну и этот еще, Мирка Крокоп. Все, его не стало. Исследуем здесь все. Может быть, какой-нибудь секретный проход, еще с одной частью робота тут. Все, чилхуф, чилхуф, чилхуф. И здесь, скорее всего, вот, как я и говорил, арена. Ну что, подеремся, твари? Нет? Босс где? Вызовите главного, я хочу поговорить с менеджером. Эльдорадо. Ну ладно, сейчас мы его встретим. Не надо тут думать, что я просто так возьму и пройду. Нельзя просто так взять и пройти игру. Хотя все это вранье, большинство современных игр так и проходится. Взял и прошел. И даже не заметил. Но эту игру я, конечно, замечу. Тихо. Не приближайся ко мне, сатана. Морозку. Блинчик с мясом ты замороженный. Вот он, главный говнюк года.
Все, спауним мины, даже не приближаемся к этим тварям, хотя... Нет, с минами не получится, кстати говоря. Они ж будут сейчас. Спаунищиеся бесконечно монстров. Вылетать и все. Я ничего не получу. Вот эту, по-моему, тухту можно разрушить, да? О, господи! Вот черт, я забыл вызвать бота. Еще лучше. Куда я качусь? Нифига ж себе. Здесь можно убежать. Здесь можно убежать, но было бы зачем? Только спасение на короткое время. О, мы замочили всю эту туфту. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда тут не уйдешь, все равно достанут. Ладно, использую эти хилки. Использую хилки. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что, здесь несколько боссов, что ли, я так понимаю? Три босса? В одной пачке? Офигеть. И все, блин, очень жирные. Ну, не так, чтобы очень, конечно, но жира в них хватает. Иначе бы они замерзли в этой пещере. Давай, давай, давай. Но они не спаунят, по-моему, этих мелких тварей своих там. Всяких сослуживцев среднего звена. Поэтому кое-как... Нет, босс один. Босс... Нет, не босс не один, их двое как минимум. Их как минимум двое. Сейчас заспауним его минами. Пускай знает наших. Не зря же я их качал. Должен же я их использовать как-то на благо жизни своей. Зомби пускай еще тут будут. Почему бы и нет? Не зря же я эти перчатки надел, которые регенят ману с дикой скоростью. Слушайте, я его сейчас тупо минами просто затанчу и все. Офигеть. Это можно использовать просто как ультимативное оружие. Я могу просто без пушки ходить по игре и баловаться этими минами. Опять, блин, долбанная ачивка. В общем, кого-то я убил. Но это еще не все. Здесь фиолетовый бродит. Ходит, бродит. Не надо, не надо. Вот это вот мощный, конечно, урон приносит. Такая музыка спокойная, как будто я сейчас, в данный момент, не угрожаю сам себе жизнью. Как будто я ни с кем же не сражаюсь. Все, прощайся, блин. Юрик. Замороженный. Такс. Все это было легко, блин. Эти мины, это просто какая-то имба. Это было тупо и легко. Сначала исследуем всех закутки. Потом же подойдем к звездочке. Здесь у нас пьедестал с порталом. К нему мы в последнюю очередь подойдем. Окей. Надо взять три штуки чего-то там. И мы выполним таким образом квест. Напоминаю, что квест сейчас дополнительный. Никак не относящийся к сюжетной линии, если она здесь есть. Так. В принципе, в первом был такой сюжет, что можно было сказать, что его нету. Да это и не важно, здесь нафиг он не нужен. Можно было просто так заставить героя шляться по пещерам и убивать всяких монстров. Во имя Луны. Или что-нибудь типа того. Все, забираем все части. Мы выполняем тем самым квест и можем продвигаться, в принципе, на выход. Я сейчас еще раз по стеночкам пройдусь, посмотрю, нет ли здесь никаких там потайных щелей, комнат и всего такого. Ага. Записи все эти я уже взял. Вот что это такое? А ну, поди передо мной. Я твой супергерой. Нет. Здесь тоже ничего, ну и в принципе. Нету здесь ни черта. Я так понимаю, никаких проходов дальше. Все это в темноте, поэтому на выход. Получать награду. О, господи, нам еще здесь слизни не дают этого сделать. Забытый сундук. Ну и кто-то оставил здесь свой сундук. Может быть, позвонить владельцу? О, не. Так не пойдет. Заберу все себе. Как сознательный гражданин. В бессознательном государстве. Ждем-с. Сдаем-с. Получаем-с. По шапке. Ну, не по шапке, конечно. Либо шапку... которая меня как-то тоже не радует.
Посмотрите, у меня плюс 20 к бонусу критического повреждения, плюс 4% к всему дэмэджу, минус 3 к броне за каждый выстрел, не к моей броне, естественно, плюс 4 сила. А здесь что? Херня. Урон в ближнем бою на 8% повышается, который мне нафиг не нужен. Если бы я эту шапку хотел напялить на Людку, то может быть. Но я беру пушку, естественно, щит мне тоже не нужен. Конечно, пушка, она самая дешевая из всего этого. Ну ладно, беру пушку. Потом, может быть, пригодится, мы ее там улучшим как-нибудь. Рандомно выпадет нам что-нибудь, что можно улучшить. И, в принципе, все. Ладно, продвигаемся дальше. Здесь можно вообще пройти дальше-то? Можно пройти дальше, здесь есть спуск. Здесь есть камушки. Такое проще, деревенька какая-то. А, ну в этой деревеньке я, в принципе, и должен, видимо, что-то надыбать. О, здесь уже люди, слушайте. Впервые я в этой игре сражаюсь против живых человеческих людей, не против всяких там пауков, тараканов и тому подобных. Тварей непонятного происхождения. Ага, я, видимо, должен... Нет, не должен. Нифига себе оригинальный способ выманить врагов наружу. Ой-ой-ой-ой-ой, вот это вспышки. Эпилептик стайл. Здравствуйте, хорошее ружье, одолжите. Вылезай, банька горит. Нефиг пить в сауне. Такс, бота я опять забыл, давайте его вызовем. А то ненароком пришьют тут меня к стенке. Еще один сундучок, блин, сколько этих сундуков здесь. Такая локация для фарма. Здесь, кстати, дальше-то пройти можно? Можно, можно. А то я уж подумал. Да, и такое бывает, я думаю иногда. Когда совершенно делать нечего. О, да ладно, куда я попал? В тюрягу, вот оно что. Я должен кого-то вызволить из плена, видимо. Из вражеского. Кто все эти люди, непонятно кто? Вы кто? Почему я вас убиваю? Почему вы меня пытаетесь убить? Хотя, почему вы меня пытаетесь убить, понятно. Почему я вас пытаюсь убить? О, господи, меня сейчас самого, по-моему, убьют. 830 тысяч раз. О, новый уровень. И еще все предметы, конечно, в моем шикарнейшем инвентаре стали идентифицированными. Если там и были какие-нибудь неидентифицированные, чего я, в принципе, не знаю. Так, мины, покажите свою силушку могучую русскую. Нет, уже всех убили. Ладно, не успели, так не успели, зато замочили сундук. Мои мины мочат исключительно сундуки, они очень привередливые, у них очень узкий вкус, который они могут использовать только на сундуках. Такс. Ой-ой-ой-ой, что это такое-то? Это что такое? Люди кончились, начались какие-то обдолбанные парни. Что, с Казантип только что приехал, а здесь зима? Нифига же себе, тебе не повезло. Может быть, опять против них только мины использовать? Что-то я их боюсь. Боюсь к ним подходить и задерживаться около их туш, потому что они могут так все сейчас чувствую очень так неплохо. Точнее, очень плохо. Почему неплохо? Очень плохо могут сечь. Не, эти зомби, они действительно, по-моему, отравляют тушу врага. Если мне не кажется, там зеленое облачко над ним поднимается. Либо он сам не мылся, либо это мои зомбаки постарались. Сейчас умрет от вони. Ой-ой-ой-ой, кого-то разорвало. Опять ачивку дали, господи, каждые 5 минут долбанные ачивки дают. А за второго дадите? А, нет, он обычный. За второго хрен знает, что дадут. Ничего не дадут. Но он такой же, знаете, тоже. Довольно толстый мальчик. Так, все белые шмотки, естественно, сразу отправляются к собаке в инвентарь. Таскай, Людка. Это и это таскай. Надрывайся тут. Что дальше? Ботинки, которые мне нафиг не нужны. Щиты, все это неинтересно. Щиты тоже отправляются. Может быть, синих вещей только стоит смотреть. Туфта. Молоты мне тоже не нужны. Естественно, жезлы тоже. Щит нафиг.